Второй ГОМ переехал в новый дом. У второго отдела полиции города Якутска появилось свое здание. Напомню, ранее он располагался по улице Пирогова. Сегодня прошло торжественное открытие нового отдела в центре города. На нем побывал и наш корреспондент Юрий Осипов. Раньше второй отдел полиции ютился на первом этаже жилого здания. Это не только сильно мешало работе правоохранительных органов, но и не соответствовало правилам. Новый отдел – это четырехэтажное здание с просторными кабинетами. Оно расположено в центре города. Введение этого здания, безусловно, отразится на качестве работы слуг закона. Второй отдел полиции делил здание с общежитием с 1993 года. И уже давно назревал вопрос о том, что эти условия неприемлемы для работы. Никогда у них во втором отделе своего здания так такого не было. Большое здание нам, конечно, сулит надежды. Нынче будем, как говорится, обеспечивать гражданам хорошими условиями. И, я думаю, отношение к нам совсем по-другому будет. Про переезд в новое здание было анонсировано еще этим летом. Ввели новое здание второго ГОМ сегодня с участием министра внутренних дел и мэра столицы. Для того, чтобы требовать сотрудников показателей, результата работы, нужно в первую очередь для них создать достойные условия. Сегодня эти условия достойные соответствуют нашим требованиям. Естественно, сотрудников второго отдела будет и ужесточен спрос за повседневную работу. Новое здание отвечает всем нормативным требованиям МВД России. Важно также и место расположения здания. Неподалеку находятся такие крупные объекты, как парк культуры, стадион и торговые центры. Это повысит оперативность сотрудников. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.